Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Charitas. Итак, что такое Charitas? Charitas — это протокол, управляемый сообществом, который коренным образом меняет способы финансирования благотворительных организаций. Собственный токен компании построен с использованием простой токеномики, статические награды, благотворительные пожертвования, автоматические ЛП и сжигание токенов. Инвестирование в Charitas позволяет владельцам управлять будущей платформой для пожертвований. Charitas разработан с реальной целью обеспечить долговечность и развитие протокола. Компания рада объявить о своей благотворительности, точнее благотворительной акции Rory McDonald's X Feed the Hungry. Все средства, полученные от этого благотворительного фонда, будут переданы в пользу Feed the Hungry. Сбор средств завершится 9 мая, то есть уже сегодня, в 8 часов по всемирному координированному времени. На данный момент цена одного токена составляет 0,002,8 долларов США. Ликвидность полная составляет 202 миллиона, то есть 231,531 доллар. И объем 24-часовой составляет 37,5 тысяч долларов. За сутки цена упала на 3%. На данный момент число кошельков холдеров, которые хранят данные токены, уже составляет 4334 кошелька. А благотворительность повышена уже на 47,5 тысяч долларов. При рыночной капитализации в 2,267,000. Протокол Charitas перераспределяет 1% от каждой транзакции покупки и продажи обратно держателям. Можно наблюдать, как и наш баланс токенов Charitas бесконечно увеличивается. 1% от каждой транзакции распределяется среди благотворительных организаций по решению сообщества. Затем эти токены будут сжигаться вручную при использовании. Каждая сделка вносит свой вклад в автоматически генерируемый пул ликвидности, который заблокирован на PancakeSwap. Первоначальный ЛП-создатель путем блокировки BNB, поднятого на предпродаже. На сайте более подробно есть дорожная карта, где мы можем ознакомиться со всеми будущими планами данной компании, какие предстоящие развития, что будут выпускаться, вплоть до конца 2021 года. Можете перейти на сайт, открыть белую бумагу и более подробно изучить данный проект. И только после этого принимать решение, стоит делать пожертвование или нет. С вами был CryptoBull. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.